сорт острого перца Jamaica Hot Chocolate. Ямайский горький шоколад. Этот сорт был найден в Пуэрто-Рико, Ямайка, на рынке. И вот стали выращивать такой сорт. Срок созревания этого сорта 85-100 дней. Этот перчик с сильным дымным вкусом. Есть дымный аромат такой. Вкус хабанера. Высота растения от 60 до 70 сантиметров. Если будете выращивать в квартире, ну где-то сантиметров может быть 30-35 до 40 сантиметров, не выше. Острота этого сорта от 100 до 200 тысяч скобелей. Это как бы, можно сказать, средний острый сорт. Очень интересный. Смотрите, какие красивые плоды. Шоколадного цвета. Его можно выращивать как у себя на балконе или на подоконнике. Также можно выращивать его и в открытом грунте. Он не растет на открытом грунте. Вот такие вот перчики очень красивые. Шоколадного цвета. Вот они кубовидные. Они могут быть чуть-чуть продолговатые. Либо вот такие вот. Очень красивый, вкусный сорт. На рассады его высевать надо будет где-то в феврале, с 15 по 20 февраля. Такой сорт непривередливый, выращивается точно так же, как и обычный сладкий перец. Никаких навыков здесь, но их не надо. Вот смотрите, какой красавец. Среднеострый сорт. Также можно легко выращивать его в квартире, на подоконнике. Растения многолетние. Смотрите, плотные, очень плотные плоды. Твердые. Стенка не очень большая, но очень-очень ароматный. Также с него получится слабоострый соус. Очень красивый сорт. Советую вам выращивать у себя такой дома. Он вам обязательно понравится. Он очень красивый. Когда особенно солнышко как светит, вообще супер. Так переливаются эти плоды красиво. Выращивайте. Всем пока. И больших вам урожаев.